более 1 000 000 000 рублей за 2015 год на социальные программы. Таковы итоги реализации трехстороннего соглашения между компанией «Металлоинвест», администрациями Курской области и города Железногорска. Деньги направлялись на оснащение детских садов, улучшение материальной базы школ, благотворительность. Сотрудничество будет продолжено. Соответствующий документ был подписан в Доме советов. Несмотря на макроэкономические проблемы, в минувшем году Михайловский ГОК продемонстрировал рост. Были увеличены и объемы поставок российским металлургическим предприятиям. Нам созданы абсолютно комфортные условия для работы, для инвестиций. Запуск обжиговой машины номер 3 уже в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Есть, собственно, наглядный тому паспорт, показательный проект, крупнейший в отрасли. Реализация социальных программ в прошлом году позволила провести очередной международный конкурс «Золотые таланты Содружества». Свой вклад инвестор внес в добрые дела благотворительного марафона «Мир детства». Финансовая помощь помогла баскетболисткам Курского «Динамо» завоевать бронзовые медали чемпионата России и Евролиги. Кстати, добиваться новых спортивных успехов позволит и спорткомплекс, открывшийся в 2015-м в городе Горняков. Железногорск сегодня действительно, вот он изменился, его облик, приобрел облик совершенно современного города, пусть он не сверхкрупный у нас, но люди практически там могут сегодня хорошо заниматься и активно спортом, вот, действует и другая инфраструктура, но все мы заряжены на то, что полностью решенных вопросов никогда не бывает. Новое соглашение о трехстороннем партнерстве предусматривает, что в 2016 году на социальные программы будет потрачено более 1 000 000 100 000 000 рублей. Юлия Абрамова, Денис Федорков, телеканал «Сейм».